Поворачивай ручку. Просто поворачивать? Да, чем быстрее крутишь, тем мельче режешь. 5 секунд, и лук готов. А если я буду крутить ручку дальше? Лук будет... Ему нет равных. Его называют «Одинокий тигр». Суперзвезды боевых единоборств Брюс Лок, Матиас Хьюз, Ричард Линч и Роберт Здар в главных ролях в новом супербоевике «Одинокий тигр». Покупайте на лицензионных видеокассетах. Суперкомедия «Любовница». Нужно больше секса. Продюсер считает, что это залог коммерческого успеха, и к тому же он хочет отдать главную роль в фильме своей любовнице. Но у режиссера другое мнение. Даниэла имеет право начать новую жизнь. Ты и так много крови испортил. Что ты понимаешь? Мы любим друг друга, это самое главное. Она тебя любит? Если бы ты вчера не явился, не вовремя, у нас бы все было уже прекрасно. А я считаю, что помог ей. Неправда. И учти, со мной эти грязные игры не пройдут. Думай, что хочешь. Даниэла вернется ко мне. И ты не сможешь этому помешать. Только не ругай меня. Мне не нравится то, что ты сказала. Я сказала правду. Из этой кровавой игры. Но в таком месте, как Шугар Хилл, то, что вам нужно, может стоить вам всего, что у вас есть. Уэсли Снайпс, исполнитель главных ролей в фильмах «Пассажир 57» и «Поезд с деньгами», в главной роли в мафиозном боевике «Шугар Хилл». Покупайте на лицензионных видеокассетах.